продолжать. У нас третий этап. Так, участники все на месте, все на месте. Итак, участник номер один. Это русский спаниель Белла и ее хозяин Максим. Максим, у нас сейчас такой этап. Ты должен показать жюри и всем нашим зрителям, что же умеет твоя собака Белла. Вы готовы? Да! Ну все, замечательно. Давайте поаплодируем Белле и Максиму. И они у нас демонстрируют, что же может Белла. Белла растерялась. Белла у нас умеет сидеть, но Белла еще щенок. Мама спешит на помощь. Вот она как умеет. Давайте поаплодируем. Вот так вот мы забираемся на ручки к любимой хозяйке. Ну что ж, аплодисменты. Это Максим все или вы еще что-то готовы продемонстрировать? Дает 5 собак. Ну давайте попробуем, посмотрим. Дает, но сегодня растерялась. Вот она дает 5, посмотрите как. Действительно дает 5. Так, Белла, аплодисменты Белле. Так, ну что, Масяня, ты тут подаешь нам голос. Давай, демонстрируй нам, что ты можешь. Понимаю. Все сегодня немножко устали. Вот красивая проходочка на задних лапках. Лапки дает правую и левую. Ну давайте поаплодируем Масяне, молодец. Она уже у нас немножко устала, да? Ее хочет. Так, следующий у нас участник номер 3, Айрон. Давайте поаплодируем, поддержим Айрона. Тоже у нас умеет Айрон. Айрону жарко, он рвется в тенечек. Зайка, вот такой зайка. Молодец, давайте поаплодируем. Айрон устал и рвется в тенек. Да, да, дойдите, если вам очень жарко. Ну что, Спайк, Спайк, ты готов? Готовы, да? Ну что, давайте поприветствуем Спайка. Спайк из всех команд знает кушать, гулять и поехали на дачу. Поэтому мы просто потанцуем. Хорошо, давайте нам музыку, мы просто потанцуем. Как вы думаете, какую команду сейчас Спайк?
ждет больше всего? Слушатели поехали на дачу. Конечно, на дачу. Конечно, на дачу. Ну что, аплодисменты Спайку? Итак, вот наша красавица, гламурная Милана. Что же у нас имеет Милана? Впечатление она не только модельная, но она может быть красивой и уметь позировать. Отлично, а сейчас мы посмотрим. У нас даже свой фотограф. Аплодисменты Милане. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а Lexus у вас за 4 месяца чему-нибудь научился? Мы можем удивить. Сейчас покажем. Давайте поаплодируем Lexus. Совсем еще малыш, и посмотрим, что он умеет делать. Наверное, самое любимое занятие. Ну что ж, нас кокос чем-нибудь удивит сегодня? Да, кокос очень любит рассказывать стихи, но сегодня мы этого делать не будем, мы просто потанцуем. У нас еще один танцор. Кокос решил сначала со всеми поздороваться, а вот так вот и убежать в мангал хаос, наверное. Кокос у нас сбежал. Ну раз кокос сбежал, давайте поприветствуем хозяина, пусть он один танцует. Вот, вся семья в сборе. Итак, все участники у нас выступили. Жюри принимает решение. Или уже у вас решение у вас уже вынесено? Готовы огласить свой вердикт? Участник номер один Белла. 5-4-3-4. Аплодисменты. Участница номер два Масяня. 3-4-3-4. Участник номер три Айрон. 3-3-4-4. Участник номер четыре Спайк. 4-3-3-4. Участница номер 5 Милана. 4-4-4-4. Участник номер 6 Lexus. Все судьи 5 баллов. Участник номер 7 Кокос. Все судьи 4 балла. Ну что, дорогие друзья, у нас еще, я знаю, есть такое, да, приз зрительских симпатий, но чтобы судьям понять, кто, давайте мы с вами поаплодируем. Теперь судьи у нас немножко отдохнут, ушками послушают, а вы все будете аплодировать, кто за кого болеет. Готовы? Участник номер один, Белла. Где группа поддержки Беллы? Участница номер два, Масяня. Вот такой замечательный пес Айрон. Спасибо. Русский спаниель Спайк.
О, чувствуется, Спайк пришел не один. Гламурная чихуахуа Милана. Милана тоже есть группа поддержки. Очаровашка, американский питбуль Лексус. Тут даже сами участники кричат, да? Ну что, а с кокосом кто пришел, кто за него? Так вот, я думаю, жюри у нас сейчас подведет итоги. Ну что, дорогие друзья, вы пока можете отойти немножко, тоже далеко не уходите. Смотрите, у меня есть вот такие вот замечательные ушки. Ты выйдешь, хорошо. Давай, мы с тебя тогда начнем. Ваша задача будет заключаться в следующем. Нет, ты пока ушки не одевай, мы их будем передавать. Мы их передаем, передаем, передаем. Музыка поменяется. У кого останутся в руках ушки, он их одевает, выходит в центр и показывает, как мы все должны танцевать. И самые лучшие танцоры получат приз от Белозорья. Согласны? Ну что, давайте зажигать, вставай в круг, вот сюда, давай, иди. Давай, и передавай ушки тогда по кругу, мы готовы? Поехали! Передаем, передаем! Передаем! Покажу, как танцевать будем.
Троих выбираем. А их как я? Как 9 туда? Красивого питомца. Получает у нас Айрон. Давайте бурные аплодисменты Айрону. Подарки от ветеринарно-диагностического центра Фрея. Агрохолд Айрон. Это у нас участник номер 3 от компании Белозория. Так. Давайте поаплодируем Айрону. Он большой молодец. Это первый его конкурс, да? Будем рады вас видеть в следующем году. Надеемся, что он у вас не последний. Итак, в номинации «Живая фантазия» побеждает очаровашка Белла и ее хозяин Максим. Также получают призы от ветеринарно-диагностического центра «Фрея». Может быть, участники к вам будут подходить? Итак, в номинации «Лучшее шоу собака» побеждает Спайк! Аплодисменты Спайку! Вот он так вот на задних лапках к нам бежит за своим подарком от ветеринарно-диагностического центра «Фрея». Итак, самому голосистому, как вы думаете, кто это? Кто-то кричит, конечно, это участница номер 2, Масяня. Масянечка, беги скорее к нам сюда, получай свой диплом и подарок от ветеринарно-диагностического центра Фрея. Так, ну что, мы добрались до самого сладкого, да? Итак, третье место в конкурсе гламурных кошек и собак с усами занимает. Ну, давайте поаплодируем третье место. Кто у нас? И третье место у нас Милана. Она набрала 54 балла. Заслуженное третье место. Миланочка, проходи, пожалуйста, сюда к нам.
ты получаешь подарочки от ветеринарно-диагностического центра Фрея, молочного агрохолдинга Белозорье и от сети готовой продукции Мангал Хаус. Медаль и кубок, аплодисменты Милане. Так, кто же у нас из двух этих очаровательных пацанов, да, Лексус или Кокос? Кто болеет за Лексуса? А кто болеет за Кокоса? А готовы вот когда я сейчас скажу второе место прям громко-громко прокричать? Готовы? Ну давайте. Итак, второе заслуженное место и 55 баллов получает Кокос! Там кто-то уже знал. Аплодисменты Кокосу. Кокос, выходи к нам. Получай свои заслуженные призы, диплом, подарки от ветеринарного центра Фрея, от кафе Мангал Хаус и спонсора агрохолдинга Белозорье. Ну что ж, молодец, Кокос, браво тут кричат. Ну что, дорогие друзья, готовы взорваться овациями? А, вот тут даже два диплома. 56 баллов и первое место. Приз зрительских симпатий. Очаровашка Лексус! Лексус также получает призы от компании агрохолдинга Белозорье, ветеринарно-диагностического центра Фрея и Мангал Хаус. Вот такой кубок и медаль. Мы надеемся, что это у вас не последнее, а только самое-самое такое фееричное начало своей карьеры, да? Ты хороший парень, удачи тебе, удачи вам в воспитании вашего питомца. Ну что, давайте еще раз поаплодируем нашему победителю. Так, подождите, не уходите, кто-то с победителем. Вот, замечательно. Смотрите, а Кокос у нас, оказывается, еще и волонтер. Он свой подарок передает в приют Хвостики. Аплодисменты Кокосу, благородный поступок. Победители встают фотографироваться.